ответил на вопросы русских фанатов, почему BTS не приезжает в Россию. Многие из России задают вопросы, почему BTS не приезжает в Россию. Сейчас я вам расскажу. Когда мы были в России в 2014-м, BTS не хотели вообще уезжать. Им настолько понравилась Россия, что мы еле как их забрали обратно в Корею. Потому что они сильно полюбили Рашку. Чонгук вместе с Чимином как-то посетили спортзал русский. Что предъявили, что станут как русские мужчины. Рэпмон вдохновился Тимати, что сказал: «Я выучу русский язык для того, чтобы вызвать Тимати на дис». Ви как-то посмотрел Лунтик и сказал, что он не уедет, пока его не встретят. Я родился. Джин вообще сказал, что он не уедет, пока Бош не научится готовить. А Хасук больше Украину любит. Юнги понравилась в России, а еще сильнее он ее полюбил, потому что его никто не трогал. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Да! Да!